Добрый день, друзья! Вот такой у нас с вами сегодня влог. Конец декабря, еще пару недель. И скоро Рождество, Новый год. На самом деле в Японии не отмечают особо оба эти праздника. Я бы сказала, самый яркий это, наверное, Рождество. Вы помните, что на Новый год здесь не ставят елку, а даже если ставят на Рождество, то уже все убирают на сам Новый год. Но я люблю очень Новый год, вот эти все огни. И, конечно же, хочу сегодня украсить дом по-нашему. И оставить все это, наверное, так до середины января. Хоть это и не по японским правилам, но как-то же надо радовать душу. По поводу работы, друзья, да, уже понемногу привыкаю. Конечно, все-таки сервис это совсем другое, и немножко были пару таких моментов, которые меня даже немного подвергли шок, но я думаю, я сделаю отдельное видео на эту тему более детально. На работе меня еще учат не только процедурам, но и питанию. Оказывается, зимой нужно больше есть острого. Имбирь и всякие специи особенно хороши зимой. Это расширяет сосуды и, естественно, увеличивает кровообращение. Кстати, друзья, я тут заказала люстру. Я недавно узнала о таком мобильном приложении Rakuten Room. Это как Instagram, только для покупок. Смотришь, что люди покупают, и если тебе нравится, то тоже заказываешь. И я тоже создала свою страницу и нашла красивую люстру. Тоша, как обычно, уехал на базар за рыбой, а я буду прибираться и доставать елку. Ну, естественно, искусственная. Хотелось бы настоящую, я слышала, есть в Икеа. Но они уже все распроданы с конца ноября. Представляете, как заранее готовятся японцы именно на Рождество. Я потихоньку привыкаю к такой семейной жизни. Всю эту жизнь в Японии работала допоздна, и только сейчас у меня есть время, так сказать, домохозяйничать. Помните, мы с вами ходили в магазин не то, и она купила всего красного. Так вот, ничего из этого не подошло под наш дизайн, и я пошла и все отдала это, и закупилась в Zara Home. Все-таки яркие цвета не подходят к нашему дизайну, и я сама тоже не люблю. Вообще, это в первый раз у меня такое, когда я что-то покупаю, и оно не подходит. Вот она, люстра. Не знаю, это, конечно, не японский стиль. А не уверена тоже, что она подойдет, но мне почему-то она очень понравилась.
как видите, в Японии люстру, а я и не знала, я только узнала, вот, что можно ее переустанавливать в любую комнату вот таким щелчком. Весной, может быть, я ее переставлю в прихожку. Сегодня у меня мой фирменный мясной картофельный пирог по рецепту моей бабушки. Я, знаете, в последнее время задумалась, потому что я много чего хочу успевать, и, конечно же, это невозможно. И я подумала, что я столько умею всего, и, наверное, это не мой плюс. Уметь и готовить, и держать дом в порядке, и работать, и чему-то учиться, и, ну, в общем, куча всего. И на самом деле я не хвалю себя, мне кажется, у меня, наоборот, это минус. С другой стороны, я подумала, спасибо маме и моей бабушке, что они меня вот научили домохозяйничать, быть настоящей женщиной, создавать уют, но в то же время успевать все, конечно же, сложно. Вот как японцы. У японцев все просто. Если ты умеешь готовить, значит, ты закончил школу кулинарии или шеф-повара. Если ты умеешь гладить, то, я не знаю, ты ходила, наверное, на какие-то курсы домохозяйки. И поэтому японцам проще в этом смысле, им не надо париться, они делают только то, что умеют. А на остальное они вообще не обращают внимания. И зато фокусируются на своих хобби, занятиях, работе, целях и так далее. Поэтому недавно я правда задумалась, что, наверное, это как-то немного меня отвлекает. Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait, waking up on Christmas. Children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere, so come home. There's no better place, waking up on Christmas Day. Tinsel wrapped around the tree, snowflakes dancing in the street. Presents tied up with a string for you. Bells are rocking to the choir. No, nothing else is the same. Waking up on Christmas Day. Snowflakes dancing in the street. Presents tied up with a string for you and me.
すげえアメリカ。おお、すげえこのライト。可愛くない？おお、すごい。おお、なんかあなたっぽいね。合わないみたいんだけど。いや、でも一気に雰囲気が変わった。ここカーテンはまだニトリから届いてない。カーテンも入れる。おー、それも買ったの？ザラ、ザラコンビ。ぴったりじゃん。かわいい。かわいい。ほい、だるまみたい。かわいい。かわいい。まあ、後でこれケーキにしちゃえば。かぼちゃケーキ。あ、これかぼちゃ？かぼちゃ、かぼちゃ。なんか色がピーナッツみたいなんだけど。ピーナッツかぼちゃ。ハイブリッド？いや、かぼちゃ。形がピーナッツみたいな。あ、たまにいいんだよね。タイ？これはね、味、ムロ味。そのまま？そのまま炙ってある。